Так, ребята, я ходила в Озон, мне подписчица Светлана, Красноярск. Молодая девочка, она мне телефон нашла, сделала на 8 марта подарок. Сейчас, я пошла, номер телефона ее сказала. Вот, на 8 марта. Мне так приятно. Вот, все прошиты, я там проверила. 38 размер. Света звать ее, ну, я с ней это в телеге. Она молодая, по видеочату. Она говорит, я хочу вам подарок сделать. Вот она мне сделала на 8 марта. Вот она. Ну, здесь вот мешки. Здесь еще мешок. Вот эти вонючки. Мне очень приятно. Свет, спасибо, получила. Девки, примерку. Здесь вот резинки. Примерку. Вот здесь это. Примерку сейчас не буду я делать. Потом. Потом сделаю, покажу примерку. Вот. Это моя подписчица. Она сказала, мы вас смотрим всей семьей. С Красноярска. Где холодно. Правильно говорю? Гляньте, как классные. Ну, это мой размер. Она мне пишет, Ольга Валерьевна, там, тыры-пыры в телеге. Какой у вас размер? Хочу на 8 марта подарок вам сделать. Хороший подарок, конечно. Я никого не просила. Мне сами подарки делают, гляньте. Вообще классно. Потом померю, ребят, я есть хочу.